началось не сегодня. Что? Я давно не чувствую. Это началось не сегодня. Печали страшный я. Нет. Джоэл? Вы ведь Джоэл? А вдруг лед треснет? Ну и что? Тебе сейчас не все равно? А? Иди сюда, пожалуйста. Зачем? 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 Привет. Привет, говорю! В общем, сегодня всякие штуки будут старые. Будет вот так вот немножко нового. И будет перекур. Это самое крутое. Тут есть где-то Москва. Москва есть. Рязань. Рязань доехала? Отлично. Спасибо вам, ребятки, и местным всем спасибо, потому что 6 января вытащить свою филийную часть на концерт не так-то просто. Особенно, если ты там не играешь.
Thank you.
самое страшное, наверное, вас ждет сейчас. Песня с вокалом. Не надо ваши «у» вот эти, вот, знаем мы все. Давай, джи-джи-джи! Yeah.
спасибо, кстати, ребятки. Больше петь не буду. Но маленький тизер. Если кто сильно не спешит и дикий фанат пост-рока как стиля, прям вообще до костей, у нас для вас есть один маленький 18-минутный сюрприз после того, как мы со своим закончим возиться. Вот. Так что если там Москва, Рязань там есть на вписке, то можете чуть-чуть повисеть. Позитивненько!
Да. Хорошо быть басистом всякой, на всяких построках. Следующая вещь внезапно для всех нас обрела эксклюзивный видеоряд от... Блин, я не помню, как его зовут. Короче, чувак из Мексики, который переехал, по-моему, в штат Теннесси и тоже начал там на добровольных началах, там всяких без коммерческого особого интереса заниматься построком и сделал там что-то типа лейбла и все такое. Черт, как же его зовут? А называется композиция, собственно, точно так же, как рассказ Клиффорда Саймака, если я ничего не путаю. Да? «Я весь внутри плачу». Если кто не читал, обязательно прочтите, делов там на 15 минут, но вы будете сидеть потом под впечатлением, наверное, несколько дней. Потому что на самом деле очень мощно. Thank you.
Thank you.
Спасибо! Сейчас изобразим вам вещичку с первого альбома. Которая запомнилась нам тем, что мы воссоздавали несколько дней, наверное, вот этот самый звук.
Спасибо, дамы и господа. На сим объявляю небольшой перекурчик. Минут 10, 12, 13, 13 с половиной, но не больше. Спасибо. Там, кстати, у нас мерч и замечательный. Мы нашли пару дисков первого альбома, который мы думали, что мы продали. И мы нашли пару маечек с изображением первого альбома, который тоже думали, что мы продали. И мы нашли пару футболочек, которые прислали нам мексиканцы с замечательным окном на спине. Ну и, в общем-то, все.